Всем привет! И с вами снова Made in China. И сегодня мы будем готовить тофу по-домашнему. Есть очень много рецептов с тофу и даже готовят из него пироги. Я думаю, на нашем канале будет еще очень много рецептов с этим вкуснейшим соевым творогом. И что же нам для этого надо? Естественно, нам нужен тофу, грибы муэр. Грибы муэр я купил в китайском магазине, они выглядят вот так вот. Ты их замачиваешь в горячей воде и получаются такие грибы. Еще нам нужен перец, морковка, лук и чеснок. Естественно, нам нужен соевый соус. Куда же без соевого соуса. И также нам нужна куриная приправа. Я думаю, куриную приправу можно заменить на обычную русскую. Дальше наливаем очень много масла. Жарим тофу в масле, пока оно не станет золотистым. Затем убираем тофу в сторону. Добавляем чеснок. Затем морковку. И грибы. Жарим до тех пор, пока морковка не станет чуть-чуть мягкой. И добавляем тофу. Добавляем соевый соус, соль и куриную приправу. Затем добавляем перец и жарим еще пару минут. И все, блюдо готово. Сверху можно посыпать луком для вкуса. И на этом все. Ставьте лайки, задавайте вопросы и, конечно же, подписывайтесь на наш канал. Всем пока-пока!